22 сентября, в полном расцвете, белый безвременник. Из одной луковицы выходит масса цветков. Вот здесь у меня три луковицы. Но почему-то он очень плохо размножается. Эти три луковицы у меня уже на лет 8. Было три, осталось две. Я выкопала. Ну, одна маленькая отделилась. Вот она, видите? Вот это одна маленькая. Эти две побольше, тут цветочков побольше. Ну, посмотрите, какая прелесть, какая нежность. Они съели заметным сиреневатым оттенком. Но при полном расцветании они практически белые. Вот такой у меня красивый белый безвременник.